Похожи на его откормленных быков. Он находится не на оленя,
И даже не на быка. Не водить! Человек! Что угодно, Шерхан. Моей добыче. К тебе пришел детеныш человека. Отдай его. Волки — свободный народ. Они слушают только вожака стаи. Человеческий детеныш мой. И я убью его, если захочу. Вы захотите? Вы не захотите. Что за разговор? Клянусь перед мной человеком! Я не стану стоять здесь и вырабатывать собачью водку! И брать одного, что принадлежит мне по праву! Это говорю я, Шерхан! Это отвечаю я, Раша! Демон! Человеческий детеныш мой! Шерхан прав. Тебе придется показать стае. Сиди, лягушонок, сиди. Назову-ка я тебя лягушонок Маугли. Придет время, и ты сам будешь охотиться за Шерханом, как он охотится за тобой. Свободный народ. Закон джунглей говорит очень ясно. Когда волчата вырастают настолько, чтобы хорошо держаться на ногах, их обязаны привести к скале совета. Если волчата приняты в стаю, они имеют право бегать где и куда им угодно. Еще, пока волчата не поймают своего первого оленя, для того, кто посмеет убить любого из них, нет оправданий. Убийца же будет наказан смертью. Закон всем известен. Смотрите, о волки! Смотрите хорошенько! Человек! Человеческий детеныш! Откуда в джунглях человеческий детеныш? Его родители убежали, когда я их гнал к
как волки гонят оленей. Это была моя охота, и детеныш моя добыча. Ну что такое человек, чтобы мы заботились о нем? Вы свободный народ, я Шерхан! 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 Прогон меня в джунгли, надо мной его! И сила моя со мной! Но кто остановит меня? Человеческий детеныш мой! 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 Скажи, Радша, ты действительно хочешь оставить этого человеческого детеныша? Он пришел один, совсем голодный и не боялся. А эта хромая курица хотела убить его. Оставить его? Да, я оставлю его. Итак, в силу закона, в случае возникновения спора о праве вступления детеныша в стаю, за него должны высказаться, по крайней мере, двое из совета, но не отец или мать. Кто из свободного народа подаст голос за детеныша? Смотрите хорошенько, о волки, свободный народ. Разве вам есть дело до чьих-либо заявлений, кроме постановлений самого свободного народа? Что нам делать с человеческим? Я спрашиваю, кто этого человеческого детеныша? Они что нам с ним делать? Говори ты, Балу. Ты учитель молодых волков. Ты имеешь право голоса на совете стаи. Ну что ж, закон джунглей позволяет убивать человека, но только в том случае, когда нужно показать своим детям, как это нужно делать, и убивать человека вне области своей стаи. Иначе за убийством одного человека в джунгли приходит другой человек, и тогда все вокруг страдают. Но между тем звери поговаривают, что убивать человека недостойно настоящему охотнику. И еще, что людоеды страшно худеют, заболевают чесоткой и теряют зубы. Кто? Что кто? Поговариваю. Звери! Что происходит? Это совет волчьего племени или орава шакал? Здесь не имеют права голоса ни Шерхан, ни табаки. Здесь решают волки. Балу, ты что-то хотел сказать? Я высказываюсь за детеныша. Балу высказался. Нужен еще голос. Молчи, Ракша. Кто подаст голос за детеныша? Человеческий детеныш в джунглях. Сами представьте, что из этого получится. Человек вырастет и выйдет к людям. Натравит время людей на джунгли. Люди придут, принесут смерть. Наставят ловушки! Джунгли не могут быть домом для человека! Бери его, Шерхан! Бери его! Это твоя добыча! К чему он стоит? Человеческий детеныш мой! 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 О, отец! И ты свободный народ! Вы имеете право голоса! Но закон джунглей гласит, что в случае сомнения относительно нового детеныша его жизнь можно купить. И закон не определяет, кто может, а кто не может платить за его жизнь. Верно, хорошо. Слушайте, Багиру. За детеныша можно заплатить. Таков закон. Я даю за детеныша двух богов. Правильно я говорю, Балу. Да, правильно, Багира. За детеныша можно заплатить выкуп. Я не имею здесь права голоса, и поэтому прошу позволения говорить. Говори, Багира. Позорно убить детеныша. Братрёк! Четырёх быков! Тем более, что он может вам пригодиться, когда вырастет. Балу высказался за детеныша. Но где твои быки, Шерхан? Если вы не согласитесь принять детеныша в стаю, то я добавлю к словам Балу только что убитого мужа. Молодого рабочего. Мне тяжело меня отсюда.
решение. Стоит ли рассуждать, какой вред нам может принести эта лягушка? Пускай бегает со стаей, все равно умрет от зимних дождей, или солнце сожжет его! Время уже детеныша в стаю. Принять его! Принять его! Принять его! Назовешь его Ракша? Я назвала его Маугли. Таким образом, Маугли, благодаря внесенной за него плате и доброму слову Балу, принимается в волчью стаю. Отныне волчонок Маугли, джунгли твой дом. Вы хорошо сделали, о волки! Люди и их щенята очень умны. Со временем он станет нашим помощником. Балу, воспитай его по правилам свободного народа. Шерхан не убьет тебя, пока жив Акела. Но Акела действительно слишком стар. Чтобы выжить, тебе нужно стать сильным и очень умным волчонком. Послушай, Багира. Что говорит закон? Сначала ударь, потом говори. Он человек! Мы все хорошо знаем, что когда Акела упустит свою добычу, а с каждым днем ему становится все труднее и труднее останавливать оленей, стая обратится против него. И тогда... И тогда, дикое животное, ты хорошенько отведаешь того, что растет в человеческих хижинах. Чего? Рычи, рычи, глупый полосатый зверь. Красный цветок, что ли? Да, и клянусь, быком, которого доедает стая Акела, он вырастет на твоей глупой шакалей морде. Довольно разговора об этом человеческом щенке. Я убью его сегодня ночью. Доброй охоты. Если только владыка джунглей не передумает! Что движет волком? Сила волка! Родная стая! Но не сада! Помни, что ночь для охоты дана! Не забывай! День для сна! Оставь подбирать за тигром шакалу
и же с ним! Ха! Волк чужого не ищет. Волк довольствуется своим! Ха! Тигр, пантера, медведь, гнедья, с ними мир на века! Ха! Не тревожство она, не дразников она, в зарослях тростника! Ха! Вот вам чудный закон, и он не зыблем, как небосвод. Волк живет, покуда его блюдет. Волк, нарушив закон, умрет. Как лиана сплетен, бьется закон, в обе стороны вырастая. Сила стаи в том, что движет волком. Сила волка, родная стая. Мойся от носа и до хвоста, пей с глубины, но не со дна. Помни, что ночь для охоты дана. Не забывай, день для сна. Оставь подбирать за тигром, шакалу и же с ним. Волк чужого не ищет, волк довольствуется своим. Тигр, пантера, медведь, князья, с ними мир на века. Не тревожь слона, не дразни кабана, в зарослях тростника. Охотиться и загонять оленей, подниматься на высокие стволы, вынимать из лап волков шипы или колючки, слышать шелест травы, кухонье совы, крик летучей мыши, умываться в лесных водах. Я умею все, все, Багира, я вырос! Thank you.
Мы с тобой одной крови. Ты и я. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Не спеши. Не спеши. Поспешность погубила белую змею, которая проглотила солнце. Давно я не видывала людей. Но что делается в городе? Где? В большом городе. Где, где? В городе. В городе сотни слонов. В городе 20 000 лошадей. В городе с бесчисленным количеством скота. Здесь, под землей, я начинаю глухнуть. И давно не слышала музыки их военных гонгов. Но тут кругом одни джунгли. И слонов я знаю только хатхи. Лошади пасутся в деревне. И что такое король? Великий город, врата которого охраняют королевские башни, не может исчезнуть. Люди выстроили его раньше того, чем лопнуло то яйцо, из которого вылупился отец моего отца. И будет стоять до того, пока сын моего сына не станет таким же белым, как и я. Сам он сын Чиндрабиджи, сын Вияджи выстроил его во времена Баппараваля. Да кто ты такой? Я Маугли из джунглей. Волки — мое племя, а Балу и Багира — мои друзья. А кто ты? Я кобра. Страж королевских сокровищ. Нигде в мире нет таких богатств. Это сокровище 100 королей. Люди накапливали его в течение многих веков. Благодаря войнам и грабежам, торговле и налогам. Но прошло много времени с тех пор, как сюда приходил человек. Я думаю, мой город забыл о богатствах. Но тут корни больших деревьев, а люди и деревья вместе не уживаются. Так ты говоришь, города больше нет? Нет. Нет. Нет, нет. Ну тогда спустись. Можно? Спустись и возьми все, что тебе нужно. И если ты выйдешь отсюда живым, короли станут твоими слугами. Но это похоже на те штуки, которыми люди глядят в людской стае. Только те коричневые, а эти желтые. Ну скажи, разве это не милость, оказанная тебе? Разве ради этого не хочется умереть? Ну что мне с ними делать? Они тверды и холодны, и непригодны для еды. Наверное, какой-то взбесившийся шакал укусил белую кобру. Ты сумасшедшая! Клянусь богами солнца и луны, у него смертельное безумие.
Я не вижу. Я не вижу здесь ничего, что стоило унести отсюда. А вот это я хотел бы унести с собой. Ведь ты говоришь, это все твое. Позволь мне унести эту острую вещь с шипом терновника на конце. Конечно, конечно. Я принесу тебе лягушек. Конечно, и все это твое. Твое, пока ты здесь. Ну, я не дерусь с ядовитым народом. Я сейчас ухожу, потому что здесь темно и холодно. Меня научили великим словам твоего народа. Шуа-шуа-ша. Здесь только одно великое слово мое. Я не говорю о смерти раньше времени. Но что касается того, уйдешь ты отсюда или нет, сюда никогда не приходил человек, который уходил от смерти своей души. Я знаю сокровищ короля города. Нет, ни короля, ни города. Над нами джунгли. Но сокровища все еще есть. Мать, поспешность погубила белую змею. Желтую. Что? Желтую змею. Которая проглотила солнце. Мальчик, жизнь прекрасна. Ну, полетрись! Там достаточно места! Покажи свою ловкость, мальчик! Ты, Мила, дело только с людьми. И ты сквозь стаи. И еще не знаешь меня. Ты Тхун! Гнилая колода. Тхун, сокровищам нужен новый страж. Как стыдно. Убей меня. Здесь очень много говорилось о смерти. Теперь я уйду. Заберу эту острую вещь с собой. Потому что я боролся и победил тебя. Так смотри же, чтобы эта вещь в конце концов не убила тебя. Моя сила истощилась, но золотой кинжал завершит мое дело. Помни, это смерть, это смерть, это смерть. Что для тебя закон? Дай мне есть! Есть!
Послушай, Вантола, по закону каждый волк способен стать вожаком стаи. Ты умный, сильный, смелый, здоровый волк! Вантола, ты станешь вожаком стаи! Но для этого нужно драться с Акелой. Акела все еще силен! Да, Акела, старый беззубый пес! Ты будешь сын! Ты будешь вожаком стаи! Очнись! Я помогу тебе стать вожаком стаи! И еще! Я не хочу, чтобы стая защищала человеческого щенка. Он наш брат! Он человек! И не брат волку! Решайте! И вы получите мясо! Теплое мясо! Да, мясо! Да, мясо! Багира, смотри! А ты что? Промахнулся! Что? Акела не смог повалить оленя, и теперь он мертвый волк! Сегодня соберется совет, но будет уже поздно. Им нужен ты! Смотри, я был в мертвом городе. Сколько раз я тебе говорила, что Шерхан твой враг! Только сколько орехов на пальме, ну и что из этого? Акела промахнулся. Ну и что из этого? Маленький брат, многие волки верят Шерхану и считают, что человеческому детенышу не место в стае. А что такое человек? Я родился в джунглях. Я повинуюсь закону джунглей. Станет ни одного волка, из лап которого я бы не вынимал шипы или колючки. Они мои братья! Почему я не могу охотиться со своими братьями? Да именно потому, что ты вынимал колючки из их лап. Потому что ты разумен. Потому что ты человек. Ну, будь мудр. Сегодня Акела упустил свою добычу. Соберется совет, и тогда вся стая обратится против тебя. Но будет уже поздно. Ну, что делать? Беги в долину, к человеческим хижинам, и принеси частицу красного цветка. Красный цветок? Я принесу его. Я вот принесу. Это человеческого детеныша. Свободный народ! Разве Шерхан водит стаю? Какое ему дело до места нашего вожака? Ввиду того, что его место еще свободно, а также помня, что меня просили здесь выступить... Кто просил, а? Кто просил? Или вы, шакалы, которые прислушиваете этому мяснику, поручий домашний скот, а? Молчи ты, человеческий щенок! Дайте говорить Шерхану. Молчи, ненавидишь человека! Пусть говорит человек! Пусть говорит мертвый волк!
свободный народ. И вы, шакалы Шерхана. 12 лет я водил вас на охоту и с охоты. И за все это время ни один из вас не попался в ловушку и не был изувечен. Сегодня я упустил свою добычу. Вы знаете, как был выполнен заговор? Ко мне привели молодого оленя, чтобы показать всем мою слабость. Что ж, задумано умно. Теперь вы все вправе убить меня. Ну, я спрашиваю вас, кто выйдет, чтобы покончить с Акелой? По закону джунглей вы должны выходить по одному. Какое оружие? Этого старого беззубого глупца. Он и так скоро подохнет. Но человеческий детеныш прожил слишком долго. С первой минуты его мясо было моим. Слушайте вы, собаки, хватит вам лаять. Вы столько раз мне за эту ночь сказали, что я человек, а я до конца своих дней оставался бы с вами волком. Но я думаю, что вы правы. Не вам решать, что со мной делать, а что со мной не делать. За вас буду решать я, Маугли, человек. И чтобы вам было ясно, я принес сюда частичку красного свитка, которого вы, собаки, боитесь. И так я не могу больше назвать вас братьями. Для меня вы собаки, как и для человека. Я уйду к своему народу, если только народ. Отныне штуки закрыты для меня. Мне придется забыть ваш язык и ваши обычаи. Но перед уходом я хочу заплатить один маленький долг. Ты, Шерхан, встань, когда с тобой разговаривает человек. Багира, что это? Я умираю! Нет, маленький брат, это только слезы. Ты ни в чем не виноват. Пусть и не падают, Маугли. Это только слезы. Ты просто стал человеком, а не человеческим детенышем. А я просто пантера. Но я люблю тебя, маленький братец.
Но я не хочу уходить из джунглей. Возьми этот нож. Белая кобра сказала, что это смерть. А я не хочу приходить к людям со смертью в руках. Возьми. Когда-нибудь он тебе еще пригодится. Пусть джунгли не забывают меня! Так, друзья, точнее, точнее, улыбочку. Отлично. Это пойдет в статью в газету «Вестник Анивары». У вас будет читать сам Раджа, между прочим. Это очень хорошо. Угу. Чем вы так удивлены? Первый раз вот так вот увидите, что ли? Посмотрите на эти следы на его руках и ногах. Это волчьи укусы. Он просто-напросто волчий ребенок, сбежавший из джунглей. Волчьи укусы? Бедный ребенок. Какой красивый мальчик. Глаза у него горят, как огонь. Сейчас все выясним. Несо, Несо, он похож на твоего сына, которого унес сын. Да, он похож. У него выражение глаз моего сына. Карро дети, Унга, Вершат. Хирогулдж, Пепчигулдж, Кутарьгулдж, Хирогулдж, Хирогулдж, Пепчигулдж, Пепчигулдж, Хирогулдж, Пепчигулдж, Хирогулдж, Пепчигулдж. Хи-ра-гуш! Пи-че-гуш! Хи-ра!
першат. Джунгли взяли, джунгли дали. Возьми это дитя к себе, сестра моя. И не забудь почтить жреца, который видит грядущую судьбу человека. Хирогуч! Хирогуч! Бирчегуч! Бирчегуч! Сейчас как ведь принесу поесть. Каша. Кушай. Каша. 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 О, вот дура. В джунгли. Джунгли! До этого времени никто не знал о его судьбе. Как выяснилось, мальчик жил в волчьей стае. Волчьей стае! Что побудило мальчика вернуться к людям, неизвестно. Неизвестно! Но это лишний раз подчеркивает превосходство человека над иными другими существами! Существами! Английское правительство разделяет радость жителей Вайтанга и объявляет награду 100 рупий! 100 рупий! Считай! 100 рупий тому, кто принесет шкуру хромого тигра в Каневару! Шкуру хромого тигра! 100 рупий! 100 рупий! Да, 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 я помню, понимаешь, я помню ту ночь, когда тигр унес сына Мисо в джунгли. Да, да, я помню, я знаю,
Да, я знаю, что это был непростой тигр. А Бурандас, старик-ростовщик из Каневар, который вернулся в джунгли и тут же превратился в тигра. А ты знаешь, где в джунглях спрятан сокровище ста королей? Знаешь? Знаешь. Вот там, в джунглях, еще заброшенный город. В нем лежат сокровища ста королей. Знаешь где? Не знаешь? Что с тобой делать-то? А, придумал. Вот. На, вот. Смотри, на, держи. Ухо-чесалка. Очень полезная вещь. Люди на море работали. В джунглях такого нету, да. Так, может быть, скажешь ты мне, где в джунглях сокровища ста королей? Знаешь? Делать. Хоть какая-то польза будет. Иди работай! Иди паси коров, понял? Иди паси коров, понял? Дрында. Ты будешь паси коров, понял? Будем. Воды из моих деревьев. Бог в храме рассердится на тебя и накажет. Я хочу, чтобы Бог рассердился. Сделай так, чтобы Бог рассердился.
Я заберу ее! Отнесу в деревню! А потом к Ивану! Убился, брат! Что это? Что это за обращение за славным охотником деревни? Счастье и глупость помогли убить тебе этого зверя! А еще так смеешь со мной разговаривать? Нищенское отродье! Ты мне все скажешь. Откуда у тебя этот золотой нож? Ведь ты его взял там, где лежат сокровища 100 королей. Никогда! Никогда! Не смей трогать мои добычи! Пошла! Убирайся прочь! Хорошо, хорошо! Ухожу! Колдун! Туда большой камень. Что им еще нужно? Маугли! Люди идут по твоему следу. А еще они собираются бросить красный цветок женщине, которая тебя накормила. Свободный народ! Нам есть за что поблагодарить человеческого детеныша. Скоро сюда придут люди. Они поселят кругом красный цветок. Разорят наши логовища. Распугают нашу дичь. Уничтожат наших детенышей! О, волки! Уйдем же на север! Свободный народ! Разве мы должны просить позволения у северных племен подбирать объедки домашнего скота? А? Волки! Свободный народ! Волки сионистской стаи! Мы не уйдем на север! Пускай они отыщут себе новые логовища! Мы впустим в джунгли и поселения людей! Эта охота не дает пищи. Охоться один. Мы не знаем, чего ждать от этой охоты. Зато знаю я. Это говорю вам я. Маугли, меня выгнали из людской стаи. Но я вернулся со шкуры Шерхана. Смотрите! Смотрите, волки хорошенько. Держал ли я свое слово? Где кормится Хатхи, Багира? Где придется. А что? Что может такого Хатхи, чего не можем мы? Прикажи Хатхи и его сыновьям явиться ко мне. Послушай, маленький брат, нельзя говорить Хатхи «приди, уйди». Помни, что он повелитель. И он учил нас и тебя великим словам джунглей. Это мне уже безразлично. Теперь я знаю для него великое слово. Прикажи ему прийти к Маугли лягушонку. А если не послушается, то напомни ему о разоренных полях Бхаратпура. Ты звал меня, человеческий детеныш? Да, о мудрый Хатхи, расскажи нам, откуда у тебя шрам на боку и спине. Много, много лун назад я был молод и силен.
Однажды я попал в ловушку, которую сделал человек. В яму с острыми кольями! Ха! Потом пришли охотники и вытащили меня. Но я порвал их канаты и скрылся, пока не заросла рана. Ха! Дальше что было дальше? Я явился ночью с сыновьями на их поля. Ха! Ну, продолжай. Они были сжаты мной и моими сыновьями. Ха! А после того, как их снова вспахали? Их больше не пахали. Ха! А что случилось с людьми, жившими близ полей? Они ушли! Ха! А с хижинами, в которых люди спали? Мы взломали крыши в куски, а джунгли пришли и поглотили стены. Джунгли заняли все то пространство, которое я могу пройти в две ночи с запада на восток и в три ночи с севера на юг. Мы пустили джунгли на 5 деревень, и на их землях, полях, пастбищах, жнивье и пашнях нет и до ныне ни одного человека, который собирал бы там свою пищу. Да, я и мои сыновья опустошили поля Бхарадпура. Это случилось много, много дождей тому назад. Это было сделано хорошо, Хатхи с белым шрамом. Но на второй раз это надо сделать еще лучше. Потому что этим будет руководить человек. Мы впустим джунгли в поселение людей. Пускай только тож пашет их землю. Олени пьют воду позади их храма. Они ленивы, жестокие и глупы. Играть своими ртами и убивать слабейшего не ради еды, а ради забавы. Когда сытые бросают свои же в красный цветок, они убьют меня и всех вас. У человеческой стаи нет ни пощады, ни благоразумия. Гоните туда свои народы. Пускай только олень, кабан и свинья пасутся там. Мы впустим джунгли поселения людей, Хатхи. Я даже не хочу, чтобы их кости валялись на нашей чистой земле. Я видел кровь женщины, давшей мне есть. Они хотели убить ее. Я слышал запах ее крови. Она жжет мне рот. Только запах свежей травы может заглушить его. Мы впустим джунгли поселения людей, Хатхи! Я знала, что ты придешь. Знала. Потому что ты мой сын. Они говорят, что ты колдун. Что ты можешь обращаться в зверя. Я не верю. Не верю. Тебе нельзя оставаться здесь. Потому что люди хотят бросить тебя в красный цветок. Видишь эту тропу? Она идет в джунгли. Иди! Без тебя я теперь никуда не уйду. Потому что ты мой сын, которого унес тигр. Потому что я очень, очень люблю тебя. Тебе нельзя оставаться здесь! Нет, сыночек. Мы пойдем в Канивару, к Радже. И подадим такую жалобу на Балдео и других. Сынок, сыночек. Они заплатят такую цену за мои невозделанные поля. За моих голодных буйволов. Если ты сюда вернешься к будущим дождям, то от деревни не останется ни следа. Теперь либо джунгли пойдут на деревню, либо деревня прогонит джунгли. Рано или поздно это должно было случиться. Таков закон. Да ведь это же люди, твои братья. Нет! Нет, я волк. Я одной крови со свободным народом. Я не хочу быть человеком.
Я человек не по своей воле. Иди в джунгли. Ни одна лапа не поднимется против тебя. Ни один зуб не обнажится. Иди. Сынок, ты не просто мой сын. Ты господин джунглей. Прошу, вернись к людям. Вернись ко мне. Потому что я люблю тебя. Вернись. 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 Мама. Мама, зачем много-много лет назад тигр унес маленького мальчика в джунгли? Зачем? Я человек. Я волк. Я человек. Я волк. Я человек. Я волк. Я человек. Я волк. Я человек! Я волк! Я волк! Человек! Волк! Или человек! Волк! Человек! Волк! Одной крови.